Друзья, всем привет, с вами Бамбуковый Медведь, добро пожаловать ко мне в гости. Сегодня играем мой любимый Roblox, Рагуль, он же Токийский Гуль. Так, друзья, и здесь у нас вышло небольшое обновление. Ну, точнее, это даже не обновка, это просто информационная панель. Но она нам раскрывает небольшие секретики. Давайте, друзья, забегаем в магазин сейчас Гулей. Как вы знаете, вот здесь вот магазин Гулей за стадионом. Друзья, как вы знаете, также здесь есть различные цвета на наши кагуны и квинки. Вот у меня вот такой фиолетовенький, я давно с ним бегаю. О, нифига себе, здесь драка. Ладно, не будем им мешать, пускай разбираются. Как вы знаете, есть цвета на кагуны и квинки, и они падают рандомом, друзья. Падают рандомом за 15 робоксов. Многие меня спрашивали, как сменить цвет. Цвет меняется только за робоксы, друзья, стоит 15 штук. И смотрите, теперь, когда мы подбегаем в магазин кагуна, и у нас появилась вот такая вот информационная панель. То есть здесь, друзья, можно посмотреть все количество различных цветов и оттенков, которые вам могут выпасть. Я здесь немного посчитал, это получается 8 на 16 цветов. Это в сумме получается 128 цветов. Друзья, и оттенков, которые вы можете получить. Смотрите, есть Рейли Ред, ну, настоящий красный, бледно-красный, Кримсон, там, Марун и так далее. Ну, синий стандартный, там, Рейли Блу, какие-то Дарк Блу, это темно синий, друзья. И куча-куча каких-то оттенков просто. Institutional White, какой-то, без понятия, что это, просто белый. Потом Lily White, Pearl, Seashell, морская раковина, что ли, черный и так далее, друзья. Ну, если честно, друзья, мне кажется, вот этих куча-куча оттенков, они вообще какие-то одинаковые. Например, вот этот цвет, Sea Green, морской зеленый, и Brick Green практически одинаковые, да. Также вот этот цвет, друзья, ну и вот этот чуть-чуть, например, да. Куча оттенков, вот здесь вообще какое-то все одинаковое, да? Вообще практически все одинаковое. Ну, чуть-чуть они отличаются какими-то оттенками. Я бы, конечно, если честно, но это мое субъективное мнение. Вы можете с ним согласиться, можете нет. Но напишите в комментариях, согласны вы либо нет. Я бы, друзья, конечно, бы оставил тут цветов около 20-30 для того, чтобы не было вот этих оттенков. Потому что, ну, не особо они отличаются, во-первых, друг от друга. Во-вторых, они какие-то бледные. Но я и маленько пораскинул мозгами, для чего это сделано. Во-первых, как бы вроде бы для разнообразия, чтобы можно было как можно большее количество у нас здесь было цветов. Но с другой стороны, народу неохота бегать с бледными вот этими цветами, ему охота что-то яркое. Это для того, чтобы разраб сделал, для того, чтобы высосать с нас побольше робоксов. Для того, чтобы мы больше и больше ролили, потому что с оттенками гораздо больше цветов, а вот этих ярких их очень мало, да, друзья? Поэтому это сделано для того, чтобы мы вливали сюда побольше бабосика. Ну, кушать все хотят, наверное, разработчик тоже. Можете с моим мнением соглашаться, можете нет. Друзья, смотрите, в чем еще приколюха. И сейчас мы провалимся в официальную группу Discord и посмотрим, что по этому поводу думает сам разраб. Погнали! Вот, смотрите, друзья, что он здесь говорит. Типа, мол, основные цвета. Вот он ввел эту, друзья, штуку. Называется это Brick Color Random. Ну, брик — это кирпич. Короче, стена с цветными кирпичами, которые рандомом, да. Эта штука, друзья, используется разработчиками для, ну, для создания плейсов, грубо говоря. Вот на вкладке девелоперов, друзья, здесь более подробно все про него расписано. Но я, если честно, не разработчик, конечно, так полистал, посмотрел. Но суть в том, то, что вам рандомом просто выдается какой-то цвет. Вот примерно так выглядит это все дело. Написано, вот как использовать. Ну, если вы разработчик режимов, можете, конечно же, почитать. Это все дело в интернете есть. Далее, друзья, если здесь, ну, так маленечко все попереводить, вкратце вам расскажу, а то, что разраб говорит о том, что ему не особо нравится то, что падает рандомом, и он бы сделал какой-то свой, ну, грубо говоря, свой рандом, где было бы побольше шансов выпадения на определенный цвет, а то он говорит вот тут вот в самом конце, что типа неудобно бегать, если выпадает черный-черный, и тебя убивает какая-то темная какаха, грубо говоря. Ну, можете здесь провалиться, все сами почитать, попереводить и так далее.
Вот такая вот, друзья, приколюшка. Теперь, по крайней мере, мы можем точно знать, что здесь выпадет. Правда, единственное, когда нам выпадает цвет, не сказан, какой он конкретно. То есть, например, мы можем только догадываться, мы не можем зайти в менюшку, по крайней мере, я нигде не видел, где посмотреть, какой вот у меня цвет. Вот, например, если так вот... Так, подождите, что-то я натыкал со всех сторон. Если вот так вот глянуть, вот такой вот у меня фиолетовенький. Но где его поди, тут разбери, который, но он из них, из этих всех. Ну, мне кажется, что, наверное, вот это тут, Eggplant. Но если им выпадет какой-нибудь вот такой, то я думаю, вы вряд ли тут с чем-то его отличите. Ну, то, понятно, там Red можно отличить, там Black, черный, вот этот вот кислотный Lime Green тоже можно отличить. А вот эти вот маленькие оттеночки будет тяжело здесь найти. Не знаю, мне кажется, у меня, а может быть, вот это Magenta у меня, может быть, Eggplant. Вот как вот здесь вот посмотреть, а? Ну, какой-то он у меня темно, прям какой-то фиолетовый. А может быть вообще вот это что-то? Нет, мне кажется, один вот из этих из двух. А может быть и вот этот плум. Бог его знает, да, друзья? Ладно, пишите свои мысли в комментариях, что вы думаете. А также напишите в комментариях, какой больше всего цвет вы хотели бы выбить. Именно здесь, ну, либо за Квинки, либо за Кагуна, да, друзья. Я пока не планировал сменять, но мне многие подписчики просили сменить цвет. Я не знаю, я подумаю. Давайте наберем, я не знаю, 5000 лайков. Ну, для меня это, конечно, будет шок сменить этот цвет, поэтому я не особо хочу менять. Поэтому 5000 лайков набираем, и я меняю здесь цвет. Надеюсь, что это наберется у нас не за один день, не за два и не за месяц, а может быть где-нибудь за полгодика, потому что я хочу побегать с этим цветом еще. Ну все, друзья, вот такой вот коротенький видос. Я хотел поделиться с вами просто своими мыслями. Пишите в комментариях, как вам эта идея для того, чтобы суши сменил рандом на какой-то более-менее перевес в какую-то сторону. Я, конечно, хочу, чтобы перевес был более в цвета какие-то более яркие. Я не хочу вот эту вот всю какую-то мелочевку. Все, друзья, на этом я желаю вам всем отличного дня и прекрасного настроения. Ну а с вами был Бамбуковый Медведь Капанда. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока.